Да, да, да. Я в гору селсер. О, чувак. В гору? Да. В гору. Умный в гору не пойдет. Умный нахрен оттуда уйдет. Ну да. В гору. Не, ну хотя наоборот скажут, молодцы там за объединение народов там. За какое мы объединение народов? Тут спать именно то, что Антон сказал. Сальный Петя там, кто там. Скажет, украинцев там, всех белорусов. Он подумал, что мы реально хохлы. Вы бачите. Хастар. Ой, я эту луну немножко похарасил. Не, ну норм, че, отвалился лекан. Ща опять паузы пойдут. Ты стрим включил? Да. Скажешь, точно дебилы. А, хотя там же не видно, как мы называемся. Кому не видно? Ну, если мы не включим эту хрень. Ну, видно же, кто кого убил. А, вот я, да. Я включил, вот. Я озвучу. Нет, не буду озвучивать. Сегодня играют потные Вова, ватные Гоша, сальные Петя и усатый Саня. Какой-то чувак из них писался. 9к ммр. Вася, а назови стрим, короче, 6,5к ммр. Это про гейминг. Чтоб этот народ заходил. Почему 6,5? 6,5. 10,5 напиши, как раз у нас в сумме будет. Нет, ну там... А, ну да, кстати, да, 7к ммр, типа. Текущий ммр 6653. Типа, потный стак. Ну да. Еще нам, короче, пятый, еще... пятый нужен, это, горячая Меркель. Соответственно, просто это, вместо аватарки какой-нибудь Вась пусть это поставит, картинку. Тогда точно где-то зрители 150 наберется. Я предлагал Анжелы СС. Ну, так. И там это еще, знаете, на аватарке фотка, где она нижнее белье рекламировала. Я не знаю. Тоже чё-то. Блин, тут луна, тут нет Вайда. Где Войд? У них Вайда нет. Ну, походу, у них в лесу. Нет, ну, Войд. Меня Техис. Короче, я-то фармить буду. Фарми. Да. Это Аганим Рефрешер. Блин, шейкер тут. Шейкер, а свиткиль ты? О, норм. О, норм. Так, Петя. А чё это ты нафизил-то? Мина? Да. Чё-то я это. Мина? Да. Хотел купить стики. И не купил. Чё-то а не пошло. Как быстро убил-то? Ну там 4 мины стояло или 3. А-а-а. Я понял. Блин, что-то я мажу. По крипам. А где у них Войд в самом деле? Он в лесу фармит? Да нет, у них Войд, а он репикнул. А, Ликан. Тут нежданчик. Там Леон он. Тут Сол Луна типа стоит. Я, короче, в сайдшоп больше не пойду. Она вообще не должна туда выходить, я даже не знаю, не то что выходить. Блин. Вы там должны гнобить, убивать. Где у них тейчес дерьмовые? На боте был. Ликан сдох. Нейтралов. Че это такое? Че за тем 97? Не знаю. Почему у меня Сол Леон стоит? Что за дела? Он меня же на шестом заберет. А может даже раньше. У меня регена нет больше.
зеркало сделать? Лицо ему побить? Да, или... так. А, вот так вот сделать? Че, все-таки он станчик, да, сука. Он с транквилами уже нихера себе, блядь. Ну да. А как им помешают тут? Сейчас умру еще от него. Может быть, он сейчас шестой возьмет и... тебя убьет. Но это жесть, как Леон сложный стоит, но это бред. Ну он соло, если у меня тут саппорт хоть один был, что-нибудь можно было бы сделать. У меня туз куда-то делся. Да. У него шестой сейчас будет. Туз делся. Бежать. Блин, бежать, зачем он баунти руну стырил мою? А. Туз, говорю, ушел. Хорошо. Луна ушла. Блин. Ах ты, туск. Я ж сказал, он. Да чё ж... Найс. Что говори, что не говори, блин. Ну ладно, с вардов всё нет. Это шестого. Что-то я вообще не могу добить скрипов, нормально. Трэш не, какой-то. Надо, короче, шейкеру идти вот сюда, короче. Давай убивать, короче. А дум будет какой-нибудь? Нет, дума не будет. Отлично. У меня же все еще тускара нет. Ну а... да. Че это было такое? Сало, че? Ух ты, хорош! Я сейчас еще умру, чертовой матери. Че, че я сделал? Да ничего. Дай что-нибудь ему, ты че? Оу. Он умер. Да. Шейкер не очень. Не, ну он ничего не успел даже дать. Он фиссуру давал и все. Ну это понятно, а че он потом-то подошел? Не знаю. Ты разминировал там сайт-шоп? Да. Минер ко мне вообще пришел. Ну, сайт-шоп все равно заминирован у меня. Был. Не, я там пробежался по этим, по-моему. Опять этот козлина где-то поэтому. Офигеть, я разминировал. Да у нас только что шейкер разминировал. А у него, по-моему, это везде эти мины на всех рунах. У меня. А, вот. Да. Чувак пришел обратно. А вы снизу заходили или сверху по дорожке? Снизу. Совершает самоубийство, Тенчис. Где он совершает самоубийство? Блин, принеси мне. А сейчас покажи, как у меня тускар куда-то ушел опять. Скоро я пойду. А у вас дума нет, Николай, еще? Нет. Скоро я пойду. Да, блин, что такое? У меня есть сеточка, но я не знаю, поможет ли она нам или нет. Тускара нету, говорю. Хипать, он, по-моему, обнаглел. Да. Тучка? Блядь, сетка ёбаная. Застилен. Ага. Но я даже его не бил, это. На топе, походу, опять руна заминирована, потому что там ее нету. Скорее всего, ага. Этот чувак ее взял. Да. Опять. А, ну я же. Он же не с нами, понятно. Сука. Ща меня взорвет. Ну хорошо, не полностью.
Зато разминирую его мины. Норм. Почти без ущерба для себя. У нас Леон здесь. Ну, как сейчас Дум появится. Это главное. Блин, мне даже идти надо вообще куда-нибудь. У меня форстафа даже нет еще. Ну, ты Леон. Сдайте, да? Да, вроде нет. Но ульта у него, скорее всего, откатилась. Прячься. Да, его прячу. Я экспу получаю потихоньку. Фарм у меня не будет тут. Сто... Мне надо чуть-чуть это, я с этим, как он называет, приду, короче, с домом. А-а-а. Нет, с домом. Вот это не очень здорово. Отдуман, что вообще? Урона 20-15 секунд. Да там не уронить дело будет. Если сейчас, если вы добить крипа, то он туска, туск на низ, по-моему, пошел опять. Он не пробьет же весь твой этот. Все мои 910 хп? Да. Ну вообще-то стан у него там где-то. Гнида, гнида, это видишь, это что делает. А у него самоубийство есть, как вы думаете? Ну он ее недавно прожимал. Ты сейчас там на минах подорвешь, нет? Нет. Сюда, мразь маленькая. Ага, хер тебе. Вот мудак, а. Хасту я возьми, знаю, Николай. Там мина стоит. А, мина. Все равно бери хасту. Да, блин, все мизицы затырили. Я все разорвал, как вы думаете? Да. Да. Ну, норм, чё. Нет, так-то да. А у него магический урон или нет? От обычных мин композитный. То есть там и физ, дамаг, и А сейчас, по-моему, композитный очень нравится. Нету больше композитного. Нету композитного. Физически от обычных, а от ульты они магические. Они втроём на мид пришли, короче. Да, у меня нет Леона. Фарми тогда. Радуйся жизни, фарми. Я что-то сапог зачем-то в ПТ-шку собрал. Нормальный вариант. Ты, да ты не. Чё ты пришел сюда? Я вообще как должен был охранять? Не апать. Блин. Дом кинуть? Тебя фарм охранять. А. Как же меня он, сука, бесит, гнида. Да чё меня не охраняй? Я пошел сейчас, сейчас мне прилетит форстав. Я пойду. Мину поставил. Да я видел. Козлин, а. Над варды. Где у меня там этот? Все, я могу идти куда-нибудь. На мид, например. У меня такое ощущение, что меня гангануть хотят. Могут, могут. Ну, Тэчис ушел отсюда. Короче, пошел я. Вот он опять мина ставит. Да, раз, на низ. Пока пусть этот чувак фармит. Интересно, здесь а нет? А как там на той, кстати, делам? Есть опа. Опа, есть опа, дом. Опа. Тут этот. Желание прогангать. Там это, нет, там прям на этом руна стоит, на руне вы... стоит. Да он. Я меня понял. Меня гангать пошли, я вижу, походу, вижу. Этот. Мы убьем этого козла. Сейчас. Сейчас. А он думаешь, вот здесь? Да, ганка здесь стоит. Так, Леон принес центрики. Если кто хочет фармить на боте, тот может там фармить. Я к Леону не пойду. Че за трэш он строил? Он по здесь поставил. Да я видел. Я лечу, Серег, на топ, кого-нибудь соберем. Интересно, Рошан взрывается на минах? Пойдем убьем этого. Лучше луну взять. Давай. Вот этого, да. Иди туда вперед. Я его прячу, короче, а потом ты дальше. Давай, выхожу из кустов. Ну давай, иди, давай. Походу я не успею. Не, все, он это. Ну блин, потому что я должен был вылетать. Он увидел, походу у них здесь варды стоят. Опа. Давай, давай, иди. В дом вставай. Я тучки не видел. Да ебать. Это горит? Ну, он отъехал. Блин, это я его. Я не специально. Не специально я его. Это вообще жесть, Вася. Не обмог форстафнуть. Ой. Че, еще отъедет? Ну да. Я отъеду, наверное, сейчас.
Блин, ну как так? Ну сори, говорю, чё я? На башню иди. Да... Не успеешь. На топе нет места? Не было. Я вообще хотел... Давай в сайдшоп не ходи. Давать на него арканорб. И на себя форстав. Я два раза нажал форстав, он почему-то один раз нажался. На пробел, короче. Засчитал один. Ну, получилось, что прогрючил меня. Ладно, пофигу. Нам башни позабирать. Еще туску отдался. Это вообще не ясно. Это называют рефреш, купить и все. Я не 12 секунд буду стоять, сосать сфер. Ну только там эти всякие чуваки есть. Тваря. Ебать, да что-то, я не помню, такое чувство, что у меня что-то все тормозит, точнее лагает жесть. Как-то. У вас нет такого ощущения? Опять Леон меня убил, ну что за говно? Как будто бы что-то лагает, все как-то. Я вроде бы жму ударить. Вот же нет. Фиг знает. Зох, развернись на бей ему лицо, ты че? Просто я крипов вроде бы бью, а вроде бы и не бью. И этому козлу тоже на бей лицо. Сейчас он-то гореть должен. Нет, сейчас остался. Короче, пошел фармить там. А, нет, догорел, ништяк. Петухи. Всех обоссу. Блин, кура. Кто перехватывает куру постоянно? Это как-то вообще как будто все заторможено у меня. Вирус Чикин. Я что-то не сказал, ты что тут? Что-то их на карте вообще не видно, у нас вардов нет. Саск на топе был. С просветочкой ходит. На меде Техис. О, Леон. На топе. Да блин, что я делаю? Тут это, Лика. Ты отъезжаешь, нет, Серег? Я попробую, ты паут. Я лечу. Бегу я. Паут тебе не дадут сдался. У меня маны не хватило. Блин, на глобу. Бежал. Есть дум? Давай, давай, вешай на него. А, мне пиздец, походу. Или тебе? Там. Да. А что ты арбуд выключил, Вась? Я ее не включал. Ага. Аж стан где? А, фиссура кончилась. Ну ладно, нормально. Да чё-то я не пойму, какая-то фигня. Я по крипам бью, а он нифига не бьет по ним. Чё за трэш? Периодически как-то получается. Фигня какая-то. Сейчас тут какие, как мины баднус. Офигеть, опять пауза. А, ну понятно, там этот вылетел. Момент. Эхо слэм готов. Я ультану. А кто там спрятан? Там этот... Леон, да. Он не успеет ультануть, он сейчас сдохнет. И ты, скорее всего. Нет, если он по таймингу, то есть, может, кто успеет. Шейкер, убегай. Ну да, походу, сейчас он вас двоих убьет. Ну я, у меня форстав вроде. Вы встаньте так, чтобы это он вам с одним станом не кокнул.
Ну, а он же не успеет так встать. Успеет, почему там? Секунду где-то есть. Отлично. Ой, хорош. Я говорю, что там произошло? Там произошел ульт. Я пытался. Пытался он, да. Нарм. Ну, нарм пытался. А что Куран медиа делает? С ТПшкой. С моей, наверное, да? Уйди, да? Да. Да, она мне несла ее, а потом почему-то она остановилась, как обычно. Почему? Не знаю. Блин, чё я юзаю форстаж не тогда, когда не на того, кого надо. Ой, ладно. Надо Луну как-то убивать. Она 10 левела уже. Сейчас мне диффуза придут, можно будет убивать кого угодно, наверное. Я, короче, на бот лечу. Там только центриком все утыкано. Главное, чтобы минами все было не утыкано. А вон что за фигня? Почему здесь стоит красная хрень какая-то с черепочком? Там потому что он ее поставил. Там на миде что-то происходит. Да. А что это у меня такое? 30 секунд. Да ты... Ну это а обычная чем? Побилка, она ничего не делает, просто ставит значок, типа это. Думай, есть тут мина или нет. Ой, ой, бегу, бегу. Да бегу, там вроде бегу. Иллюзии нет. Это иллюзия? Да, иллюзия. Да? Ну я слил, над домом я. Норм. Блин, да. С догоном. Да. Мне надо совсем сейчас. Причем уже со вторым. Купить. Надо его наказать. Мистик ставчик. Че за хрень? Почему опять пауза? А потому что. А, еще все. Уже не почему. А я, кстати, не могу отжать. Хотя это вроде приконнектился. Стан, дай! Че, он вас двоих там забирает? А вот это вот настоящий должен быть тут. Да. Почему у тебя только что была эта... Как называется? Промазал ты почему? Хорош, я умер. Гнида он, а? Да что ж вы достали со своими паузами, а? Бесят уже. Ой, я не пойду на это. Ну, там все заминировано, наверное. Может быть. Крыс. Паузы. Пошли вы нахер просто, ё-моё, паузы. Я в него, кстати, хочу прыгнуть. Так, он на топе, что ли? Или на боте? На... Да. А, на... Понятно, на меде. Эти сейчас он не прилетит. Там один на один. Со мной. О, ну, короче, ясно, что это за чувак. Если что, я тебя тут поддержу. Ага. Ну, я ему сал дам и все. Он никак не выигрывает эту драку. Где бы вы не встретились. Он успел? Как так? А ульт Николая нету? Сейчас будет, через 4 секунды. Опять на крипа повесил, да? Блин, Колян, такой рак. Ой, а че это меня так? А, меня волки. То на иллюзию, то на хгипа. Просто жесть. Ну, короче, тут этих чуваков не хотят никто, да? Так. Блин, опять мне надо... 15-го левела, Леон, да ё-моё, ну как так, а? Откуда? Я тоже 15-го левела, мы один на один стояли на боте. Жесть какая. Просто вы это, там в джунглях странными вещами занимаетесь. Короче, я шатал их. Как? Опа! Зачем ты так пойдёшь? Да я мощный, потому что.
Офигеть, я на лоучах. Закрыл. А где это, гемы нет? Откуда там? Нету. Давай, может, это? Убить этого козла, вы чё? Он норм. Вообще, да. Почему я там сдох? Я вот сдох какой раз уже? Шестой. Ебать, я шесть раз сдох. Не дай игры, чё-то, товарищ Коша. Пиздец, блядь. У меня хп нету, Серёга, а так я у меня всеми... тоже хп нет. За. И просто дом в крепочку, но это высшая тема. Да. Причём не специально, ну, всё да? Всё началось с форстафа, короче. Какого? И меня не было. Как? А, когда на Леона, что ли? И типа всё, поплыл, да? Да. Окей. А может таска как-нибудь? Сори. Сори, чё я? Я же сказал, я не специально. Давай хоть ему ульт, я не знаю, дам. Давай портал. Давай. Все. Три, да, просто три. И башню все, можно забрать. Ну блин, ну эта фиссура, она вообще ни к чему, я думаю, была. Мне кажется, вот таска сейчас пригореть должна жестко от этого. Может быть и так. Просто, знаешь, загнобили чувака. Опа, ликан. Стоит мразь. Чё-то этот... Тэчес как-то больно так на лоу хп был. Да достал. Всё, ливнул, короче. Он ливнул. Чувак, он доел. Ой. А, ну надо ладно, мид пойти все. Забрать. Блин, нам нужен гем. Блин, не хочу на Рома идти, короче. Все, короче, поливали. Тех сливнул. Ну, это не знаешь, что они не могут сконтролить его и нажать кнопку. Ну да, кстати. Тимплей. Ага. Я же левелбесом второго приговорил. Точнее, за стилем. Сука, где он? Гнида. Да, гонщик. Головой тащи ему. Блин, левел деса не место. Давай, короче, ты позовешь его один на один мусал, дам, кому туда придет. Ну так тучка зачем? Не, ну так даже веселее будет. Тучка-то понятно. Ну он просто первее его простанить может так-то. Не, если прыгаешь, мне кажется, там если успеешь. То... Можно вообще на самом деле пойти в фонтан. Что там будет? Ничего там не будет. Фраги поделать. Как бы сейчас он на возвышении же, не? Насрать. Ну а мы что делаем? Бля, добивается. У меня фонтан пошел. Отстань. Маликан, спасите, помогите. Ага, значит захавай. Сейчас я как приду, и меня как залетит. Ага, гнида, я знал, что он прилетел. Да. Найс я. Его аганима там нет еще? Мразь, а. Убей его. Иди танчим, ваш. Чё, Гриш или ещё пожал? Он ещё байбэкнулся. Сучара, блядь. А ну, блядь, ему ебало, блядь. Ой, нет.
Батлы. О нет. Новая фича такая, о нет. Так. И. З. И. Вот так вот. Откуда у тебя повид украинцы? А, это я. Да, это действительно. Тут Штирлиц понял, что он прокололся. Причем Леон вообще подставил конкретно. Ну, он сначала раздал Вайда. Я взял сайленсера, пришел, а там нет Вайда. Пришлось Луну обоссать. Луна бомбанула. А сколько нам ПТСиков с такой начислили? Мы не ранки-то играли. Четверо. Мы не ранки-то играли. А, да, нас четверо, точно. Почему нельзя играть в четвером в ранке? Потому что обижаться будет пятый. Нифига, мы в хайскиле играли. Сразу видно же. Прям хайскил, да. Хайскил. Вообще, да. Вот я сколько раз в хайскил попадал, там такой антихай был. Просто видишь, как мы удачно расставили линии. Просто рандом зашел. Просто это, Луна, соло Сайленджер, соло Рики, соло этот, как там его, Деваур, соло Лес и Шейкер, который везде бесполезен был. Высокий скилл, не, по-моему, самый бесполезный это был ватный Гоша в этой игре. Я нанес 2,5к дамаги и сдох 6 раз. И повесил. Сколько думов на крипов? На крипов одного. На иллюзию одного. Вот. Я сделал еще. Сдох, о, а потный Вова тащил, оказывается, 10,5 кода маги. Потный Вова на сайленсере тяжело не тащить, на самом деле. Вот такой нютерский. Блин, а на Думе как бы тоже тяжело не тащить. У него как бы одна... Дум, что еще ему делать? У меня не было ни блинка, у меня вообще ничего не было. Только Кирас только в конце играл. Только не царал до конца. You are for together? Что? Тимберсоу опять. Опять Рики, что ли? Ну, кос. Рики тащит, короче. У нас, да, момент. Без Рики выигрышей нету. Так. Усатый Саня. О, усатый Саня, нормально. Сальный пицца, ватный Гоша. И кис. Киздока. Киздока. Запустить в тему. Усатый Саня надо брать это, Уджа с этой... Нет, у меня усов. Блин. Они дорогие вроде, да? Ну да. Она же легендарка там, причем, которая нигде сейчас не выпадает. Ну, мне нравится, с усами, с бородой не подходит. Так. Ну чё, они брать-то будут? Всё, время, это короче. Это Скинг, он с усой и бородой. Ну это не то, Серёг. Да, Зевс подойдёт. Зевс, да. Зевс подойдёт. Потный Вова на Зевсе. Трех не бери ничего в хар. Подожди, почему не брать ничего в хар? У нас Тимбер на мид пойдет? Ну, я правильно понимаю? Чё, нет, лол, у нас лично мид пойдет. Не, ну конечно, смотря против кого, если против милишника я пойду. Ну у тебя там скорее всего какой-нибудь никс может будет. Как же они с хипат. Так куда мне идти? На мид, не на мид? Ну, по-хорошему на мид, если у нас Войд собирается на соло топе быть. Окей. Ты больше никуда особо сюда не зайдешь. Да я в курсе. Как керри, тимбер не очень работает, как мидер нормально. Но если там никс будет, правда, ты без маны будешь стоять. Чё же делать? Нормально будет никс. Я буду максить реактив армор, если чё. Акс, которого вы там не убьете, походу. Сам еще нормально раскладывать с Серегой. Да. Вы что, еще сегодня играли, что ли? Да. Да вообще прям. Ну я с работы 4 часа ушел, у меня ремонт дома, типа, надо пронаблюдать. Я пронаблюдал, ушел в доту. Блин, а мне надо было батарею сегодня покрасить, но. Ты ушел, но нет. А где там блочил вард? Вот здесь он, да? Ну вообще его стоит поближе чуть поставить. Ну вообще этот, по-моему, блочит вот этот кэмп. Да. Ну, да, мне так и надо. В
тот раз тоже так и надо было? Нет, как раз я не хотел. Опа, Сэн Кинг. Будет танчик какой-нибудь? А Вижена нету, да? А он скоро выйдет. Кто выйдет, куда выйдет? Через 20 секунд. Там крипы уже будут. Вообще, ну да. Давайте, расфлекайтесь, я пошел. Ты сейчас сдохнешь, потный Вова, ты чё? Нифига там Никс проблочил крипов. Сейчас к вам Леон, к вам Макс пришёл. Ко мне Лимон сейчас. Танак, а чёрт блад. Нет, я им стан дал, когда они в доме подошли. Ну они вас сейчас убьют. Блин, да? Только я почему-то всё в курузу купил. Я даже с ДД не могу на этом грёбаном рике на первом левеле добить крипа. Потому что надо качать пассивку. Качать надо инвиз, чтобы тырить руны. Ёб твою мать! Чё, не работает, чё твой? Это чё-то я неудачно так пришёл, просто мне стан дал в лицо. Леон, ты крыса, и ты сдох. А вы не хотите их погонять? Я? Нет, у меня тут два ранжевых саппорта, просто они стоят за башней и бьют крипов. Ну, это вам должно быть несколько моя задача, нет? Нет, ты что, в доту играешь, что ли? Ты играешь, это как называется. И в жопу, блин, Леон намахивается станом, а тут педик. Короче, он магию Т сжать. Этот, фантом ассасин. Я поход закинул. Сейчас меня вызовут. Мне а как с двумя саппортами ты там закинул? А, не знаю, я умею просто. У меня два саппорта, смотри, где находятся. Что они там делают? Да ты водят крипов. Просто репорт не глядя. Серега, а нафиг ты отводишь крипов еще на сакс? Что баг забрал фарм. Может такса как-нибудь заберем? Сейчас вам Сет Кинг просто троих копает. Да? Это одного. Нет, копает одного. Это Сэн Кинга. Ага, у вас есть просвет? Нету. Тогда кого-нибудь хоть. Ну, блин, ботинок надо. Ну, у вас бы там это так судить, мне кажется. Короче, он жмёт так мощно, жмёт С. Ну, вроде разменялись мы в нашу пользу. Акс обходит, сейчас поди стаки зафармит мои. Походу, да. Вижен нам надо. Блин, инвиз. Ой, не инвиз. Вот, вот так. Они сентрики купили. Вот суки. Вот против реки играют. Вот именно. Симперсо такой идет. Давай. Ну а чё, у меня регенчик нормально. Да не, я про твою иллюзию. Ага. Ну я просто это. Она тоже воевалась. Ну воевала, я специально ее просто. Ну меня надо крипаков добить. Туда. Добивай. Суки. Лох. У меня, кстати, муледикт есть, правда, он первого уровня всего. Да, блин, я же попал. Стан будет? А, блин, нет. Нам вижен надо. О, лич пиздует, пошел. Фёрс Блад. Он сгорит. Так. И я сгорю. Что-то я не то сделал. Да, а я с ботинком. Да. У меня кончился реген. Вообще. Блин, этот на топ пошел. Который Никс за руной, наверное. Возможно, у него инвиз будет. Тебе лично, наверное, принесет жрачки. Да? Я могу просто либо просветку принести, либо тебе жрачку. Убирай.
Пульт у него уже есть, да, у Unix'а? Скорее всего. Да. Он тут пришел. Только я не знаю, ты настоящий ли? Кса нету. Что-то я не совсем понимаю. Настоящий вроде. Почему? У нас так плохо работает линия. Трипла, что забыл, что ли? Он, короче, ульт спустил никуда. Никс. Хотя у него он не очень такой ульт. Коляна, вот если бы ты заблочил им отводы вардов, то ты бы сейчас стоял с скрипами. Ну так я и так с скрипами стоял. Гребаный акс. Сейчас будут большими двойными крипами стоять. Эй, я тебя альхилю, отойди. А я и инвизер вроде как, нет. Ну просто. Я, правда, крипов не добиваю, но это нормально. Надо героев добивать. Копают. А, вот так, да, все. И сейчас ты еще умрешь, походу. Ну да, да, блин. Норм, че. Не, ну это резать вообще бесполезно, да? Лечу. Не, походу она тебе не уйдет. Походу уйдет? Да, блин, че за фигня? Как у него вообще тычка нет, кривая какая-то. Под башней вообще трэш, конечно. Это эти вместе, это фонтан. Они с центриками утыкали все. Ушлепки. Кто-то играет против Рики. Зачем? Да, трэш. Ага. Вот тут мне МКП надо, да? Пошел. Ну, против фантомки. Так, даже там вообще, да. Куру можно же, да? Или... Центрик упал. Этот в инвизе, кстати, Никс, если чё. Да? Да. Причём не в ульте, а и в инвизе именно. С руной. Да блин, чё за тычка? 62 дамаги, это вообще просто трэш. Так, чё, у кого есть чупачём, короче? А, нет, кричащий. Вообще, блин, трэш. Ну, конечно. На боте никого. И он вниз. А, нет, он. Опа, Акс. Значит, тут этот Никс. Я же говорю, Никс в инвизе был. Да что ж вы, блин. Короче, я сейчас приду, но я ничего не сделал, на самом деле. У меня, потому что особо фарма нет. Я просто не умею фармить. Так, у меня есть ульт. Ты пытался состелить у меня фраг через купол? Почему пытался стелить? Ну потому что у меня маледикт. Ну он бы не догорел. Он догорал. А баш будет на него? Да. У меня маледикт второго уровня. Будет тучка? Да, Леон! Пиздец какой-то. Ну изи чё. Так, безусловно, да. Можете на туп пойти? Кто там? Фантомка. Да, наверное. Вообще можно. Чё, к кому прийти без маны? Надо фантомку как-то завалить, а то она нам всем раздаст. Давай, я сейчас приду. А чё тут шестого делает пидор по имени Акс? Ну, я тоже шестого. А они там даблой стояли всё-таки. У меня точки только нету. Тоже восьмого было. Сейчас её как-то застанешь, Серёг? Ну, как-нибудь. Давай. Ну, она отъезжает по-любому. Сдохла от босса. Блин, фраг вообще не хотел, ладно. Да не, погоди, сейчас крипочек одного еще у тебя, двух заберу. Еще одного. И арканчики будут. Никого не интересует то, что Акс линию нам не забрал. Никс идет. Он за руной, походу. О, у меня ульт есть. Надо ее забрать. У меня. Ну, сейчас она интересует, убить этого козла. Давай сюда встанем. Ты пешница, ради бога, убьем этого козла, он вообще обнаглел.
меня сейчас кура принесет, если ты пошку. Иду. Ой, хорош, ну все. Только я не туда, ходить. Наверное. Ну это просто жесть, ну когда срежет линию, ну ё-моё, где саппорты ходят, а? Сейчас да давай забайте её как-нибудь. Там и Никс ещё, там и Никс. Я знаю, там втрое они. Вон этот лич ушёл у нас куда. Зачем ты, Серёг, так делаешь, если видно, что мы её не зацепили? Они там вчетвером аж. Так, мне лететь? Как бы, наверное, надо куда-нибудь прилететь. Офигеть, мне все равно. Да блин. А, маны нет. Маны нет, ни на чё вообще. У него он щит. Ну ё-моё, ты крутой. Не-не-не-не-не, назад. Или ты вздыхаешь? Просветили тебя. Нет. Ладно. Тычку. У меня нету этой. А вот эту. Офигеть. Какая у меня тычка дебильная, просто жесть. 66 дамаги. Тебе главное не тычка. Ну, как бы без маны-то я... Но у меня 77 дамаги. Ничего не сделал. Пассивки. У тебя 8 левел, а у меня 9 левел. Как бы. И у меня меньше дамаги даже, чем это. Трэш, ладно. Серег, ак нет, это на топе этот. Так я иду. Ща я на мид прилечу тоже. Только чё? Кома на чё знает? По-моему, Акс вообще обнаглел. С блинком. Просто нормально. Трэш. Такие лохи. Акс с блинком к вам пошел. Он сейчас тебя срежет, если ты подойдешь. Там Леон еще. Ага, Санд Кинг тут. Купол 23 секунды. Бегу к вам. Раз ветку проюзали. Он сейчас закричит ему пиздец. Нет. От них уж бел. 10 секунд. Ну, мне кажется, не получится. Ну, если с этой спилим, в принципе, 5 ну, секунд. Ну, если ты ей скинешь, я на него попробую поставить пилу на них. Ты на Леон-то купол поставь. Ставь! Ставь! Давай! Надо что делать. И бить надо Леона, а не Акса. Не, не успевали ничего сделать. Ну, потому что надо убить Леона, а не Акса. Ну давай! Тебе так не кажется? Вообще кажется. Ну я до этого не доставал до Леона. Он перекрыл там. Ага. Ну блин, ты. Да понятно. Чё? Ах ты мразь! А, нет. Улетел. Классно ты тпшишься вообще. Еще бы прям встал вот сюда, вот куда-нибудь, и тпшился бы. Если бы он меня догнал, да я бы оставать немного. Ой, блин. Так, Леон на низ идет на руну, походу, да? Пошли. Ты в банке вообще играешь? Да. Ага. Интересно. Что он играет? У меня хоста есть. Там Леон. Или Никса лучше. Если сейчас погодь. Короче, что погодь? Не знаю, что. Вообще Никса по-моему, лучше Леона. Смысла нет. Ну... Под башней он вас сри убьет. Но догон... Я точку дам. Догон на этом Никсе. И там еще этот. Ну, мне кажется, даем, да. Тут... Будет, Серег, что-нибудь какие-нибудь банки? 34 секунды. Ну, дождите меня. Туда. Дождите меня, 34 секунды. Я, короче, торгую давай. Лицом. Давай, торгуй. 34, 26. Чувак, по-моему, да, это фантом здесь стоит. Никс с догоном, короче, все пацаны. Я торговал. Ну, нападение. Где? Купла нету еще, я же сказал. Ууу, нет, братан, нет. Блин, меня сейчас срежут эти.
Блин, нахрен вы в Леона еще что-то спускали? В него и так он от Маледикта. Интересно, убежал. Я по нему попадаю, нет? Да. Ага. Максевич, блинков нет, к сожалению. Извини, ну возьми, ладно. Главное, чтобы сейчас никто. Ой, норм. Я чуть не умер. А у Никса, кстати, догон, если что-то. Он так это здорово взять. Ему. Нет, он тут. А если тучку, да, мы что-нибудь сделаем? Но у меня маны нет? Только чуть-чуть есть. Так, ладно, то хрен с ним. Мне надо диффуза. Ой. Тебя фантомка хочет очень. Все, она меня нашла, походу. Я бегу. Может, этому или того? А как? Баш надо. Баш, 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 тварь! Будет замедлить? О, нормально. Украинец из Санкт-Петербурга. О, еще и руна баунти, норм. Нет никакого ебучего пенчуса, блин, твари этой. Так, что мне надо? Мне надо ВКБ. Так, 300 голды у меня будет наконец-то. Мой стоун, который. Да. Тезвард готов. Хорошо, хорошо. Сейчас прыгать будет. Ну и ладно. И вас всех убьет. Ну я надеюсь, я вытанкаю. Нет, там вряд ли нет. А хотя... Ты-то вытанкаешь, а остальные... Ну вы не кучкуйся у меня. Где тварьниц? Так, все, у меня есть... Ты за всю боль за прошлую игру, что ли? Да ну нет, я тому еще отомстил в прошлой игре. Там, походу, это... Да нет, он меня там один раз только собрал, только меня, по-моему, Техис собирал. Там Макс к тебе бежит. Да. Там начихать. Так. Чё-то на толстоту, что ли? А, надо МКБ, я мальчик, я думал вообще. Чё, есть купол? Ну, влетай, ставь купол. Чё я тебе ещё могу сказать? Ты где вообще? Давай. Акс на топе, а тут можно вылетать спокойно. Да все, вот на вас слили. Вообще найс. Опа, просто фантом. Дикий хейт такой. Так. И сейчас нам Райс Кинг объяснит, что мы не правы были. Райс Кинг? Вот этот. Ой, это Сен Кинг. Вообще может. Вообще там трое только, нас пятеро. А, ну давай. Ну я башню танкую, и вы, это, я все танкую. Да блин, че он в меня влетел, придурок? Тварь, а. О, красавчик. А зачем бежать стоит варк? Опа. Ой, ага. Блин. Мне догон дали. Давай, добей ты его, Колян, ну... Я бью, бью, ты... я просто уходил от стана. Я от стана убегал, я думал, все, сейчас если подстанешь, он меня подстанет, он не подстанет. Пошли, Тима, штоп заберем. Давайте это заберем. Черт, ну. А вы не заберете, скорее всего. Нет, должны. Ах, цена. Сфортификация. Надо топ забрать, пока там крипы или близко. Ой, нет, 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 беги. Ксевич. А, нету маны на этот, как его на купол. Че, умираешь там? А, этот нет, тоже. Нет, лича отдали просто. Чат продали. Так, короче, я пошел на бот пушить. Пока что. Сухи. Ну и ладно, пофигу. Достать динай, что ли, мы добили? Получается так.
могу отвести крипу. Вы Никс. Так. Гнида. Там первый пока догон. И ну, там еще кто-то сын кинул. Не хватило. О, ульт. У тебя, короче, хана. А че тучку-то не кинул? Зачем? Чтобы он ульт не кастанул. Я лучше себя сниму. Пыль, наверное, нет? Не. Мне на ульт пофиг, пусть он его кастует, он мне снял ровно 150 хп. А он... У тебя инвиз есть. Бьет разве? О, отлично, и у меня есть инвиз. А в инвиз не бьет ульт? Да бьет, конечно, ты че? Бьет в инвиз, но мне, в принципе, пофиг. Так, у меня сейчас ульт будет. На топ надо что делать? Да, на топ я будет. Прилечу, если что. Ульт есть. Сейчас... Лететь, да? Лицо. Ну, мы так, мне кажется, без тебя разберемся. Я иду. Ну, да. Давай ставь ульт, короче. Все. Вард разбить. Знаешь, ебак, сколько она живет? Какой? А, вард? Да. Там вард был. Надо на топе башню забирать, потому что нас мид собрали. Какую башню? А, на топе? Я думал. Да. Чё-то вроде вот такое чувство, что должны башни уже давно упасть, они были. Давай сразу на топе. Я от крипов отведу, если че. Какой-нибудь степа не в кулдауне? У меня не в кулдауне, но я ему вряд ли что-то один сделаю. Надо плюс один. Но он улетел. Давай степа, да. Я ну, на больше на меди фарм сберу. Ну иди, я пока здесь. Вообще он не улетел. Хотя тут... А вот, Микс. А есть просветка? Тварь, и мне догон. А что ты... Да норм. Что он тебя-то бедного фокусит? Ну, они задолбали уже. Акс улетел? Акс ушел. Я не знаю, может он у меня еще? Скорее всего он здесь. Может отойдем? И опять в тебя. Тебя ненавидит, короче. 25 секунд до этого, а у тебя дезвар сейчас будет. В принципе, можно остаться. Продраться здесь. Ну, 19. Пока да, держим их здесь. 19. Там лики пусть пока. Выфармит. Да, они, может, ко мне пошли все? Нет. Купол у тебя через сколько? 24 секунды. Да, 2 секунды. Ну вот надо, чтобы ты ставил купол. Так, блин, это... Я этого. Я не могу, короче, вообще эту тварь захопнуть. Просто жесть, настолько вы танковые. А, блин. Сейчас надо эту ублюдку убить. Есть. Ой, уйди от меня. Меня Сент Кинг ульт дал. Ща, вот я дам эту. Че я им сделал, я не понимаю. Я, короче, все, следующую игру я на Кире играю. Тварь, а? На чем? На Кире играю. На Траблэйди. Блин, только не на Траблэйди. Тебе надо бежать от него. Ну, бегу. Тебе 18 будет стоуна. Тебя в жизни не догонят. А при чем здесь догонит да. И 18 был стол? Ну, это на цепочке ты вещи. А, ну знаешь. Так-то да. Что у нас курица постоянно? Давай, режь его. Курица мне нужна. Сейчас она полетит. А где тучка? А забыл я про нее. Опа! Воу-воу-воу, ты че? А тучка его из этого убивает? Нет. Просто ушел? Да. А че он так делает? Не знаю. Ну я хотя не знаю, может нет. У меня БКБ появился. Давайте их промахивать в чистом случае. У тебя МКБ бы лучше появилось. Ну зачем? Ну как фантомку надо как-то убивать. Да как-то, по-моему, как-то пофиг, в принципе. Я башню какую-нибудь лучше сделаю. Потому что я фантомку тупо не пробиваю. 10 ударов и все мимо, по-моему. Блин, мы на топ еще башню не взяли. А, что-то я это... О, кто-то тут, что ли, был? Скорее всего, у вас там... По-моему, Никс тут нет, мне показалось, или нет? Может быть. Ага. Я, нет, я же говорю, делать. Блин. Что вы там делаете? Я Зай. Ничего не делал. Я сказал, что Никс тут, и все. Ну, я как бы это... Особо... Они меня, наверное, боятся, что ли, я не знаю. Ну, держу я их, короче. А вы там фармите пока. Блин, все руны забирают. Так, что нам надо? Блин. Это мой тур.
Может, кто-нибудь с Рошан заберет? Не нужен никому. А, они, кстати, что-то... Чувак какой-то сюда пошел. Опа. Так, я лечу. Угу. Вась, не лезь. Я не лезу, не лезу. Он сейчас это, походу... Он сейчас... А Никс есть в арты? Никс сейчас идет. По-любому здесь да. Никс 100% просто на спальне все. У них есть варды. Ну все, надо отойти, значит. Ну они на Рошан сейчас зайдут, наверное, нет? Да. Не зря же они деварднули. Получается, там, так. Короче, двое у нас. Опа, Акс. Сядь будет прыгать сейчас, скорее всего. Нет, он пока не прыгал. Не, они на Рошу, походу, не пошли. А, она скорее всего. Блин, где у нас там саппорт это наш? Они ненаглядные. Пушат, ты че? Ну как бы пушат, блин. Не вовремя пушит. Как говорил Кулер, нужно есть такие моменты, когда нужно агрессировать и когда не нужно агрессировать. Ну, только это по-английски он говорил. Кулер это кто? Этот игрок в Quake. Чё, знаменитый? Ты чё? Это... Я за Quake'ом особо не следил. Ну, он на ВЦГ-шках играл. Я только всяких распиаренных, типа Фаталити знаю. Ну, он из Фаталити играл. Против него, точнее. В Quake 4, когда... А он 16-го уже, что ли, Никс? Опа. Никс, что ли, там? Не, стыкошился. А ты считаешь, что ты его убьешь? А почему нет? Что, ты моешь, что ли? Ну, да. Да нет. Сегодня уже проходили все это. Так, у меня есть хексик. Хексик. Я не против. Ну да. Может пушим, нет теперь? Вот сейчас вот надо. Мне пушить, надо МКБ. Вась. Потому что. Тыщу голды дам. Ну блин, забей на МКБ. Пушим. А фантом. Блин. Добивать. Забей. Ну пойдем как найдем вот так. У меня есть, в принципе, все, купол. Все есть, все, что нужно. Ты просто ты поставь так купол, чтобы я маледикт мог на Марту положить. Ну так блин, ты ее не пробиваешь даже без варда. Да насрать, она потом от Маледикта догорит. Ну это кто такой? Опа. Никс, братан. Блин, где там? Да там варта-то не будет. Не палить. Опа. А тут будет. Братан. Не смог. А я еще хекс забыл прожать. Я танкую пока, ладно. Это кто? Где он? Себе. Куда он? Как он? Он на базу. Назад? Двойной клик, да. А. А есть форстаф у кого-нибудь? Меня форстафните, и я попробую кого-нибудь. Оп! Меня сейчас поймал. Где купол? Купол, Колян, купол, Марту. Сейчас. Кого? Купол, купол, кого-нибудь. Да где хоть один гребаный купол? А вот. А вот. Ну ладно. Ну ладно, норм. Он не успел. Я не успел ничего сделать. У меня там хекс, стан, ульт. Ну ничего. Сейчас это, есть варды? И сейчас он на меня, наверное. Сейчас на все просто стан, да? Как раз стоит. О, привет! Я угадал. Вот это чувство. Просто, знаешь, они подумают, нихера себе про чуваки вообще. Ну так. Они тебе просто этого вещдоктора еще больше ненавидят. Че, отойдем? На вид да. Надо. Один КБ купить. И все. И Марте объясняет, че почем. Ты так на это на Гагарина спрашивать будешь. Гагарина, чё почём? Да. Чё почём? Все, МКБ есть. Ништяк. Чё почём? Наверное, БКБ мне всё-таки надо. Вот они, наверное, там удивились, когда я у них спросил, чё почём. Наверное. Может Рошу как-нибудь запилим?
допилить Рошу и допилить с вами. Да, мы тут немножко вобьем. Че Кура делает там? Не знаю. Я не знаю. С рецептом это... провела. Да что же она останавливается-то, лол? Опа, Никс. Убился. А. Тварь вообще обнагрел. А что ты стрелок не жмешь? Хил, она же там выхиливает. А, ты же не качал. Да он не это, от бурста не выхиливает. Он бы не жил там все равно. Че, я готов ставить куб, убился мне. Там если бы Никстан не попал, тогда бы я выжил. Ну я ему этот еще дал, Хекс, так что. Я знаю, но я просто в стан попал. Опа. Что там? Ну, здесь у нас это здесь стоит какие-то. Уже не здесь. Что, я могу слиться, а я без, в принципе. Ага, там Макс. Я просто купил гем. Надоело. Что, мы успеем среагировать? На Никса. Да там, по-моему, уже не важно. Усатый Саня превосходит богов. Он уже давно превзошел богов. Пойдем что? По топу, по боту заходить только. Блин, надо, чтобы мы зашли, все побудут хотя бы там, да? Опа. Опа, Никс. Здорово, брат. Друг борщ. Нифига себе, там что-то уже слишком мощный. Просто ульт в него слит был. Ну-ка, сейчас посмотрим, как я фантом тебе объясню, что почем. У тебя МКБ появился? Да. Да, блин. Почему она не спрашивает, что почем? Не знаю. Видимо, она в курсе. Произошедших изменений. О, братан, иди сюда. Да, блин. Ладно. Сейчас я вот так возьму. О. Нет, теперь блинк-даггер есть. Давайте, короче, за то, что они так хейтят, пусть мне крипов дефуют. Кого они хейтят? Ящеров? Да. А, ну норм, для моего так же где. Вообще красава. Пойдем купол под этот поставим. Пошли, фонтан. Только фонтан закроем, главное. Ну, и надеюсь, что я смогу это сделать. Ну, короче, тебя фонтан будет бить, и не меня. Так что давай. Сука, вот они злобные. Давай. Так, что надо закрывать? Как надо закрывать? Вот прям на фонтан ставь. Да. Блин, я никого убить не могу. А где Сэн Кинг? Как так? Здесь или здесь? А вот он. Так, один секунд, я влетаю, хекс даю. Давай. Ну, нам чтобы там Никс. Опа. Блин, убили все-таки. Ну чё ж вы какие тормоза? Ладно. Черт. Блин, так бы закончил с... Единичка. Ой, я уже, кстати, возродился, лол. А, у меня аж там было зарядов-то сколько. Да. Блин, на ноль не сыграл. Зачем я вообще туда вливался? Ладно.
они даже не стаком были. Вот лось. Понятно. Почему? Так. Я отойду на 5 минут. Давай. Это был опять хайскилл. Да что-то мы вообще, короче, тащим. А как нормально играем, пикаем говно и проебываем вообще. Очень быстро. Все рики, короче. Берешь вот. Рики, выигрываешь катку. Получается так. Но... Так, где он тут у меня? Ри-р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 и. Просто рики, последние 6 игр. 13 игр, 76-92% винрейта, 6-39 КДА. Неплохо, неплохо. Лучше только Omni-Night с 80%. Высокий скилл. А там ультра еще есть, да, типа хайскил? Ну, короче, это, нормал скилл там не покупают дасты. На хайскилле покупают дасты, а на ультра скилле купят гем когда-нибудь. Да, скорее всего, это произойдет. Причем же не в конце игры, как они обычно это делают, а пораньше. Потому что где-то уровень 16-го на гем уже надо откровенно плевать. Ну, так, да. Особенно если диффуза уже с башером и БКБ есть. Не, диффуза БКБ надо, башер не обязательно. И все. Там 5 прыжков, это чуть порядка 1000 дамаги выходит. Надо сейчас какую-то такую хардкорную связку взять. Тинни Виску. По-любому попадемся в ультрахай скилл и насосем. Ну, черт узнает, у меня уже 1, 2, 3, 4, 5, 6 игр подряд на Рике выиграно. Ну, все, 7-я игра на Рике. Слить думаешь все-таки? Ну, нет, не надо, Рике не надо портить. Вообще уже поднадоедает на нем играть. Это все-таки не Огр. Ну так, да. На Огре-то хоть интересно, мультикаст, не мультикаст. И насколько мультикаст. Это да. Такая лотерея. Вы когда в Египет уезжаете, кстати? В пятницу с утра. Вообще, наверное, спать не буду, блин, четверг. Потому что надо уже где-то в 7 часов быть в этом. В аэропорту. А вылет во сколько? Вылет... 10.30, по-моему. А, нет, 10 просто. Вова под прибыл. Гоу. А усатый Саня. В 7 утра тут это я. Вы зря, на самом деле. Там особо заранее прилетать смысла нет. Там все равно обычно вылеты задерживают. Ну, типа сказали, что за 2,5 часа начнется регистрация, за 40 минут заканчивается. Блин, в этот Курымыч вообще заранее приезжать опасно. Там есть вылет, один рейс какой-нибудь до тебя задержан, тебе сидеть вообще негде, даже стоять негде. Ну вот, да, это в том числе. Я пойду пить. Куда ты пойдешь пить? Там на... Можно пить? Ты там, короче, все деньги пропьешь, которые ты в Египет везешь. Там цены, по-моему, что-то за бутылку пива порядка 200 рублей. Ну да, нормально так, как в ресторане посидеть. Нет, там вообще жесть. Я как-то в Чехию, что ли, летел. И там рейс на этот на Шарм-эль-Шейх задержали. Причем самолет не очень большой был у них. Но, короче, парализовано просто полностью оказалось весь этот терминал международных вылетов. Не то, что сесть негде было, встать негде было. Просто все забито. Дышать нечем. В толчке еще это курят. Везде, короче, дымогар. Не продохнуться, не пройти. И народ что орет. Типа они уже там часов 8 сидели. А ты, Серега, это славу Украине бы крикнул. На меня всем было бы пофигу. Еще как, вот их как раз и задерживают постоянно.
Я надеюсь, такого не будет. Можно по старомодному, конечно, Аллах Акбар кликнуть. Ага. И тебя закроют, как террориста вообще. Будет плохо, я понимаю. Как это? Статью читал на газетах. Чувака в этого аэропорта в Борисполе не пустили на Украину. Приезжает, ну, соответственно, взял билет на обратную дорогу, прилетает в Шереметьево, проходит паспортный контроль. Вы почему так быстро, типа, не пропустили на Украине в Борисполе? Почему? Потому что я террорист. Понятно, проходите. Нормально, че. Ну, еще какие-то больные. То у меня спросят, зачем цель визита, когда я в Самару возвращался. В Самаре, цель визита. Цель визита? Да. Ну, норм, че. Цель визита какая у тебя? Че ты в Самару вообще приехал? Неделю назад. Я им ответил, никакой. No Russians in my team. Мне кажется, ему кажется. Ромы. Ну, vice versa, прикольно. Написал. Это, возьмите под Траблейд кого-нибудь. Саппорта. Ну, Рики, естественно. Хотя вообще он немного надоел. Спектра. Но я не на мид сейчас. Нихера себе. Да. Я думаю, это будет нормально. Ты, ну, ты реально хочешь, бей. Получается, да, ты хочешь. Так, нам еще нужен Пиэль, Нага и кто еще? И Рики, тут сам Бог велел вообще. Ну, Пиэль, Нага и Рики, это да, еще иллюзий кто делает. Нага, Пиэль. Ну, Шэдоу Демон какой-нибудь, ладно. Кто у нас в мид-то пойдет? ЦК. Нет, я имею в виду ЦК брать, ЦК, чтобы иллюзии. Во-во-во. И все, мы непобедимы будем. Так. Ну, хотите, Николай, берите мидера, какой-нибудь саппорт пикну. Ну давай, да, я возьму какой-нибудь. Еще 2-0 талисмана и поехали катать. Так, Астанов у нас не будет? Ну почему будет? Возьми Вингу. Так, сейчас найду, если ее. Или Рубика. Я теперь из колды буду. Стой чуть. О. Так, Кура. Ураина. Ну так пишется, да, Украина на украинском. Ураина? Да. Неправильно сказать. Не прогнется? Пишется крайны на карте, когда я Украина. Прогнется. Это как это, упрт. Причем паузу держим. Опять. Че, реально прогнется пишется, да? Да, пишется прогнется. Нет, прогнется-то это еще может быть. Не-не-не, вот так пишется. Третья попытка. У них тоже вот. Ладно, хватит. Котел к кому, к ТБ идет или не к ТБ? Я наверх. А, у нас ТБ наверху, да? Окей. Блин. Аркану взял, верх взял. Ну, иди с котлом. Он к тебе решил идти. Я пойду на руну. Ты иди, это лучше вард поставь. Ну да, я как раз на руну и вард поставлю. Или ты думаешь, куда мне поставить лучше вард? Ну, вообще на отводен. На отводен? Прям забанить? Ну да. Веду. Ну или я могу туда сходить на отводен. Сейчас. Нет, ты руну тогда контроль, ладно. Не, ну вард туда воткнуть надо. Не, на отводу у меня есть вард. А, ну ладно. Кривер вот сюда куда-нибудь поставить. Ща. Чтоб тип мид не ганкали. О, ДДшечка. Интересно, меня накидают сейчас или не накидают? Ну, вообще нет. Можно попробовать, кстати, забрать. Это же не ультра хай скилл. Бля, вот как мы их все иллюзии будем вычищать, я не представляю. А, иллюзии? Надо убивать до иллюзий. Если... А мы их иллюзии будем убивать своими иллюзиями, все просто. Там вообще, мне кажется, в драке будет непонятно. По-моему, мы на крипах спалились. Да пофигу. Из-за того, что у нас у Тераблейда иллюзии. А у них там тут, а вон кто-то там. Нага ЦК.
Ага. Если я стан дам, мы и набьем или не набьем? Не знаю, у меня уже почти ДД кончился. Ну, тогда не набьем. Блин, я что-то крипов чуть не пропустил. Мы у них соло лина, кстати, будет на боте. Котел лет пушит. Да, вот мы зря забанили. Ну ладно. Надо линь-то запушить, чтобы она это. Чтобы она опыт получала, да? Ну да. Олен. Я могу ей дагерок кинуть. Мы котел крипов просто не останавливаясь, то агрит, то трогает, то еще что-нибудь делает. Ага, что? Вот, четко. Все. Линия знаменитый. ТБ, котел начинает сосать. Блин. Если бы меня сейчас на маны хватило, мне бы мы забрали бы, наверное. Собаш, нет желания нырнуть? Ну не знаю, можно попросить, наверное. Сейчас я вот сожру. 10 секунд. Ага. А сейчас что-то неохота мне. Банку дать? Да не, у меня есть. Еще просто, если она подходит, я стану. Я сапожок скуплю сначала. А, давай. Вот. Чтобы побыстрее быть. А что за хардкорный пидорас просто? Кстати, стоит, это а? Все одишние катки на Радик собирал больше 30 минут. Нету ничего. Блин. Все, короче. Я не по... У нее, короче, какой-то больно этот радиус большой. Нормально у нее радиус, просто под стан его подставили. Да нет, я уж уходить пытался из-под радиуса этого стана, но, блин, не ушел. Инвочер, короче, майдет убивать телефон, сука. Ну все, ультра про хай попались. Надо было Рики да. брать. Серег, за тебя ЦК. Тебя не интересовал вообще? А у них ЦК. А, ЦК у тебя. Инагу да еще. Вот. Вообще красавчик. Вот мне его тащит. Ага. Лина в миссии. Скорее всего, на базу пошла регенец. Да точно она пошла. Ну, либо где-то здесь стоит регенец, но. Так ли. Я ее не прокликал, по-моему, она без регенов там. Вообще, а вот она. Да, у нее вон этот талисман. У меня стан второй есть теперь. Сейчас, если Блин. Она просто подходит, надо ее... Еще я кусок тапка возьму. Да блин, крипы. Не надо. Эх, зря я. Ну ладно. Я на себя крипов сагрил. Да твою мать, ты съебал меня уже. Да какая она, блин. Надо стики был купить, что-то я. Сейчас куплю стик. Типа, походу, нагло вообще обнагрел, он еще есть, что-то. Добью, добью. Добил. Если бы ты с меда пришел, мы бы всех обоссали. Ну, давай. Я уже еду. Да, блин. О, тебя обоссали, походу. Тварь, давай, умри, блядь. Да ты замучила. Нет чем. Да, из дагер есть, но... На ману развел. Меня. Всех. Всех. Я, кстати, на второй стан будет. Блин, короче, жесть какая-то творится. Если эта тварь к вам пошла, походу. Двокер баунти взял, идет к нам. Да? Блин, да. Что вы с линией делаете, Колян? Вот вы объясни, вот у тебя сейчас свободная мид-линия. Но у меня пока нет. Ты либо меня туда отправь. Уйдешь? Я уйду-то на мид? Вроде нет, да. Нет, я улечу. Санстрек есть не будет сейчас? Котел попал. Дует по крипам, вопрос. Ой, я на базу схожу. Ну ладно. Я пока под башней постою. Ты, кстати, можешь остаться и сейчас загангать эту нагло оборзевшую. Вот так вот мне прилетит. Давай попробуем. У меня форма есть. Надо забазить на котла как-то.
Блин, котел крипов не мешает оттачить. Так, этот ушел. Сейчас вот следующий пачек крипов. Ой, что-то у меня. Котел, ты можешь не задувать на крипов? Ты линию спушиваешь, у меня фарма нет из-за этого. Yes. Of course. О, смотри, какой оборзевший чувачок. Лином, мисс. Это скинс. Так, а кто там? Лина как раз таки вот шла. Ты идешь за ней, что ли? Че? Да. Now you can push. Ща иду. Дайте, ты как-то меня подстанил. Because... Блин, есть? Да. Ну, мне кажется, все равно мы ее не вряд ли. Вообще, да что ж такое-то, блин? Инвакир. Инвакир. А, не этот. Опа. Мне пиздец. Да? Стан даю. Режь. Дизолей-то нет у тебя? Все у меня есть. Естественно. А, нет. Ну что, нет, да. Да ладно, пофигу. Нифига, какая курьеру курица у него дорогая. Да? У него сет с International. Да недорогая она. 14. Мне выпадала такая. Да? Я ее продал. За 500 рублей. Ну да. Там где-то. Ну, около того. Ну там с первого этого сразу выпал, я ее нафиг слил. Че, зачем она мне? Николай, может не тратить, мы сейчас на выпрыгнули. Так. Там это опять. Ой, к тебе летят. Не Лину никто не хочет. Че, он дебил, что ли, совсем, милая? Че, мне этот. Николай, вы что делаете-то? Вообще да, инвокера. Вообще я байтишь. Байтишь? Офигеть. А да я давал. Он развернулся. Не убили? Нет. Какой полбайт? А почему этого нету просветки ж? Понятно, что она будет. Ладно. Потому что нет голды на просветку. Он ушел вниз, что ли? Да. Ботинка есть и телепорт. Блин, друг, не отводи. Меня сейчас тут заберут. Короче, я купил второй нул-талисман. Через сетку стану. Мне кажется, и катка предрешена после этого действия. Ты какого? Второго, ну, появления второго нуль талисмана. Вообще да, по сути. Не, я боюсь тупо к рипам подойти, котел пулит, блин. Сейчас я приду, короче. У меня форм через 15 секунд, если мы, короче, ну, кого-то, одного из них забираем сразу башню. Ну, вокер вниз, так что... Попасть. У меня крипстат 9.3 из-за этого гребаного котла. Вася, я бы на твоем месте валил бы оттуда, походу, к тебе инвокер пришел. А, нет, он вон тут. Пидор, блядь. Я могу с ЦПшки прилететь, если не прилетаете, форма есть. Да, надо лететь, крипы уже близко. Банага просто обнагревшая тварь. Инвокер. Я через 30 секунд только смогу притпшиться. Точнее, не притпшиться, а сультиться. Блин, и опять я сдох, ну чё за хрень? Ну ты про просто. Я медленный, блин. Я могу и побить лицо. Не лезь. Не могу. Да. Профет. Да блин, я сжал эту тупую кнопку. Трэш. Отличная попытка улететь. Там Лина, блин, фармит по-жёсткому. Она сейчас вынесет, чё нам можно ей. Ещё нельзя, жесть. Ещё меня убил. Да, убьем. Кстати, Лин, прямая контра от Рабла, иду, если до баф уверить. У меня есть ульта, ну, могу есть. Прямая, да? Кривая дабла. Просто жесть, что творится на порте. Мне кажется, я не убью, да? Вообще нет. Да Рэш. Я тебя там убил, ты чё, Вэс? Он с даггером. Я полететь я могу. Блин, они все пугаются. Я могу отхилять их, если они на лоу хп. У меня ульта да появилась. Да отстаньте от меня, крипы-то. Надо сейчас как-то запушить попытаться. Там башня чуть-чуть осталась. Ну давайте запушим. Лину, да. Она вообще просто там фармит. И я там, блин, подставился нафиг. Ещё стики не прожимаю. Ты умер, что ли? Да там, да. Она утонула в меня.
через зонт. Найс. Мать как же пробивает, сука. Опа, я что-то сейчас это переагрессировал. Все, да, есть, ну. Может мы зайдем в апы? Решим? ЦК, стан. Все. Угу. Норм. Что, тварь уйдет? Да уйдут, естественно. Короче, я пошел пока на мид по формуле. Я варю на базу. Надеюсь, по формуле. Я, короче, куда-нибудь... Что-то вообще я не могу идти. Либо я кривой такой. Ну вообще, вот этот парень сейчас сдохнет. У тебя хотя бы сапог есть. В смысле, там хп мало у того чувака, не? Нет, он просто там один, он думает, что Лена сейчас... Ну, Лена может, кстати. Ну нет, Лина может. Да блин! Тащила. Она второй раз уже. Не, зря Вась. Хотя... Нет. Меня... Нет, ничего. Ну, да. Заехал. Все пришли. А это куда меня тпшит? Возьми руну, говорит. Реген возьми. Да блин. Все логично, в принципе. Не успел. Хоста теперь. Да я так, по-моему, не успел, не? Нет, ты бы успел, он тебя прям нет. Тоже. Ну блин. Котлур, хотя бы говорил, хоть что, куда ты пришел, ты что видишь? Поблочил Николай пришел. Кто кого проблочил? ЦК, будем, Серег? Ну я как бы вряд ли смогу сильно помочь, только если замедлить. В смысле, а с руки? Ну у меня формы нету. Мне, короче, как-то надо набить 800 голды до сака. Давай, Вася, убьем тварь. Ты думаешь, мы ее убьем? У меня вообще, я медленный. На полмана нет. Я это нет. Даже не запрыгнул на полмана. Гребаный котел, блин, устроил тут экшен. Да мы видели вообще-то, что он там объясняет нам. Походу он думает, что мы англичане или кто-то. Да. Особенно, когда мы говорили по-русски. Да, в начале. Yes. Of course. Россия, Руссия, Путин. Сюда Лина пришла. Не, я туда не подойду. Хотя у нее талисман и этот. Она что-то, мне кажется, фармит на этот, на аганим. Ну, аганим, если у нее будет, то у нее будет уже вот скоро, потому что там она ничего не покупала. У меня 14 секунд. 10 секунд до этого. Да выйдет секунд. Линь даешь там. 8 секунд до ульты. 5. Ну, 2, 1. Замедляю. Стан 2 секунды. Ну. Апоссан. Успели что ли? Да. Короче, инвокер сюда идет. А может его еще? Форма есть. Мне главное не умереть в этой драке. Кура уже в потайку улетает. Так, может не драться? Ну мне 2 сотки же надо взять. Да блин. Короче, я туда дальше не пойду. Я пойду 2 сотки добью. Котл, give me mana. Please. Инвокир. Стан даю. Сдохнешь. Даешь? Нет, не даю. Он мне ману сжег. Но ему тоже ману сожгли, Вася. Ну и чё? Я... А чё я там сделал? Я видишь, какой быстрый очень, да? А его подстанило там. Ну и чё? Я не знаю, чё этот туда пошёл. Ну, инвокер вообще можно было собрать. Как? Скажи мне, я видишь, как я медленно бегу? Я до него не успею просто. Даже если он подстаненный. Так ты ж вроде в него даггер кинул. И чё? Я с даггером тоже. Сейчас я вот, у меня мана дотикает, я кину даггер, покажу, как мне. А, у тебя даггер первого левела? Ну да. Ну как бы мне там не нужен особо был даггер 10-го там или какого-то левела. А главное... тебе зачем замакшенный? Чтобы был. Чтобы они в меня дамагу, точнее в себя дамагу вливали. У тебя 800 хп. И чё? Да нет, ничего. Всё норм. Вниз, а, блять, я вот эту ублюдку убить хочу.
Давай, летай на него, я портаюсь. Ты только зря так делаешь, надо сначала на ТП-шку сбить было. А я ТП-шку сбил ему. Антон себе ТП-шку сбил. Я себе ТП-шку сбил, да. Ну как раз ты пришел, его свапнул на самом деле. Свап ТП-шку не сбивает, по-моему. Как свап сбивает. Фу, если свап Black Hole убивает, почему он не должен сбивать ТП-шку? Ну не знаю, как ТП-шечка ничего не сбила. Короче, мы эту папку насосали, это факт. Потому что Траблейд не убьет ЦК вообще ни при каких раскладах. То есть он там будет с тремя ранее. Лина сбоку. Опа, хоста. Че, кого? Говорите сразу, когда давай, там надо. Давай, Лину сплейди. Никого, че? Лететь, если надо. Блин, у нас есть инициатор, у него 2-0. Да ты. Где? Ну вот. Я не пойму. Да, говорю, говорите. Спушиваем башню, башню спушиваем. Давай, забей, где крипы? О, у нас профет спушивает башню. Получается так. Тварь, как же он меня бесит, а? Бутом. Блин, мне сейчас главное получить голды. Сколько там? Есть чем? Этот мразь не уйдет на этот раз. И это, и профет. Там, я как две стороны уже смогу от него отбивать. Котл. Ой. А что, он с Радиком, что ли? Нет. Это настоящая, походу, Вась. Нет. Да? Вот это да. А у тебя маны нет. О, Полина. Нет, у тебя же, у него же 2-0 есть. За кем там инвокер бегает? За мной Лина идет. Но она нет. Что-то нет, не пошла. Я даже не пойду. Есть пойду. Что, нет? Че есть? Нет ничего. Через 2 секунды, конечно, даггер был бы, но... Серег, тебя вообще не интересует, что-то не. Происходит? Что там происходит? Ему не важно вообще, он фармит. Почему? Видишь, что он фармит вообще? Чего, инвокер? Вот, его сейчас и интересовал. Ой, ко мне этот летит. Ну я же его не вижу как бы. Блин, этот пролетел. Где Лин вышел? Я был бы не против, если на тебя грохнуть там. Ну тебе пиздец. Грохнули. И меня тоже. А это настоящее, что ли? Давайте ЦК убьем или Лину, тварь эту, блядь. Давай, Лина. Инвокер. Станчик. Стан свапы. Вот тут инвокер стоит. Я его сейчас могу это просветить. Давай. Поставьте эти. Еще парочку. Во. Блять, он еще тварь эту топная, блять. Сука, Shadow Blade действует. Сейчас кончится, Вась, сейчас кончится. Вот стоит, вот, а ты пышется. Не, ну если мы затянем, мы проиграем, это факт. Меня забирают. Меня забирают. Да на нах. Нет, не получилось. Это же настоящая. Ну, у которой больше всего хп, скорее всего, нет. Не факт. Да, почему нет? Вон она, видишь, отошла. Топ забрали. Что у нас там с Траблейдом? Ну, короче, Траблейд, я тебя огорчу, ты насосешь хер в этой игре. Потому что мы не пушим. Получается так. Лин догон делает. Блять, обнагревшая тварь вообще. Тебе идет, Вась. Тут Лина. Сейчас агрится на тебя, да, походу, пизда ей, короче. Вась, не интересует убить там ее? Вась, ну ты чё, издеваешься, что ли? Ты чё? Что это было вообще? Это было дерево, блин, не тупи, а. Какое дерево? Такое дерево. Я стоял в деревьях, я не мог выйти. Чё ты тупишь-то, блин? А как ты стоял в дереве, если ты бежал около башни?
Ты знаешь, как Даггер делает? Что вообще он делает? Как он работает? Ты мог ультануть, на самом деле. Нет, не мог. Вот сейчас я могу ультануть. Я подхожу. Так, ой. Ты его четко спас. И чё? А, ага. Тут вот он стоит. Ну, а просветки нету, да? Ну, да. Как? Короче, ну, нафиг надо. О, блин. Блин, микрофон шумит. Чё, будем драться? Блять, надо эту тварь ловить, я меня бесит он. Просто, сука, бесит тварь, блять. Свапни? Свап стан. Ну, Полина. Блять, мне просто сейчас тащит. Свапни. О, братан пришел. Может, мы ему объясним, что он не так пришел? Где он? Ой, ёшкин кот. А у них ЦК фармит. Но у нас Тераблейд фармит. Ну я думаю, ЦК-то покруче, чем Тераблейд. Может быть. Сейчас в этой игре мы походу это узнаем. Ну по профет. Там много еще только рядом. Режь, пидораса! Так, у ЦК барабан и армед будет. Че он на топ прилетит, если кого интересует профет? Захуярит, сука. Не, они мид спушивают. Они спушат его. Тераблейды не интересуют, поэтому... Тебя интересует, хочешь с тобой поучаствовать? Начинаем резать, пацанов? Чё-то не очень похоже. Ух ты, хорош! А чё, он без ульты, что ли? Без, походу. И просто потный Вася убивает двоих. А, потный Вова. Вот Вася не убивает никого. Хотя, в принципе, у нас тоже хардкерри так-то есть. У них, по-моему, есть Нага еще. Которая тоже вроде как майдет что-то. Ну, вообще, у меня иллюзий тупо меньше будет. Профет опять по боту идет. Ну, он так и будет летать, вообще-то. Ну, блин, вы можете как-то стараться драться где-нибудь на боте, потому что эти две линии я буду иллюзиями дефать, как-то проспушивать. А до той мне далеко их посылать. Смотри, банку продал. Летит кто там? ЦК, он с ультой, походу, да? Да, кстати, может, он уже разлетелся. Так ты же, сука, тварь, блядь, ебаный. Ох, нифига себе. Ох, инвокер аж кастанул что-то. Тут, короче, они мид хотят забрать. У меня формы нету. Там мы его даем, наверное. Вообще, да. Или нет? Если инвокер может влететь, пизды ему, по-моему. Хорошенечко. Если Вася ультанет, в принципе, норм будет, мне кажется. Сучку. Ну ёб твою мать, давай, режь, пидораса, блядь. Ну всё, наверное. Я опять сдох. Профет на топе.
Просветочка есть. У них Нага. Нага фармит лес, она там вылезет она сейчас, Радик там... Тараски. Но она у нее уже Радик. Ага. Профет не будем, Серег? Ай. Короче, надо. Он улетел уже, наверное, не? Нет, он тут. Иначе мы насосем хер. Не, он улетел. Надо идти. Честь, так. Просто сплитпуш наши все сейчас будет, походу. Ну, вообще у них сплитпуш получше будет, так что нам не стоит так делать. Ну, по всем линиям. Вот единственное, кто четко делает, что-то это этот профет. Ой, профет. Профет. Не профет, а котел. Потому что Нага сейчас всех поубивает. Последняя одна следующая. Профет летит. А ты его убьешь один? Нет. Он так покруче парень будет. Надо было слопнуть в эту фигню. У вас сейчас тут этого Каштарма слопнут. А у них походу здесь варды стоят. Ну и чё ты не полетел на него? У тебя формы же нет. Почему ее нет, блин? С чего у тебя, с чего ты это вот взял? Что я не прожал тебя. В смысле, ну мне ее что, заранее что ли прожимать? В фонтане, все нормально. Вон, Лина фармит эншентов. Вообще супер, офигенно. Ну вот, Локи разбирает спектру. И у нас пушится просто низ. Да. На топе опять профет. Ну все, считаем, мы сосали эту карту. Если они не лоханутся, заганим, кстати, на ней. Ой, ну это суки. Ой, что, блин. Тебя нашли. Мы с котлом тебя, конечно, можем подефать, но... Да я сейчас сам им подефаю. Да, меня подняло. Сейчас Лина вас там подефает всех. А что, настоящий, что ли? Почему так разваливается? А что, она встала? А, это иллюзия. Вот это настоящий. Опа, кто такой? Что-то походу они сейчас слились очень четко. Давайте по-быстрому туда мид снесем. Тут комната идет, походу. Настоящая. Ха-ха, сука. У нее телепорт нет, отрывала есть. Все пизда ей, короче. А я и могу это. Свапнуть ее. Да, да, давай. Профет на топе, но у меня просветка в КД. Кто-то туда улетать должен. Ну а кто отпушивает у нас, Серег? У меня нет, у меня не телепорта нет. Могу дать. Давай. На. Спасибо. Так, Пашня, почему меня-то? У нас профет внизу уже. Я туда уже никак не улечу. Сука, короче, магёт он сейчас какой-то. Знаете, что за профеты делать? А что, у нас телепорт никто не носит, когда в игре профет? Ну, это правильно. Походу, нас не отдали. Нет, мы низ не отдали, но... Башню не побьют, сейчас нормально там так. Да. Пол хп нету. Короче, пизда ему, все, он остался там. Нет, мрачно это осмотр. Опа! Нага. Опа-на. Настоящая. Ну сюда такая придет арава. Все, не горит, тварь. The fuck is this? Вообще да, Нага решила, видимо, с ультой прилететь там что-нибудь задефаться. А у нее ульты нету. Она ж там это пела, перед тем как сдохнуть. Ну, аганим смысла покупать нету, чтобы хек сразу копить. Так, аганим штормо? А там что-то ввели. Ой, БКБ. Штормо вроде ничего не вводили. Разве? По-моему, у нее был какой-то аганим.
Нет. А нет. Чё ему? Не, нет. Нет. Вы все равно возьми. Ладно, я твои эншентов заберу. Надо вот спушить, там считай один стоит. Вообще да. Может, если бот спушим, то у меня как раз скади будет. Профет, кстати, уже. Можно нормально. Лину, кстати. А где там Лина? Вот тут вот она. Я ее не спушу. Оп! Никого не интересует? Ну ты я как-то пойду туда, только я туда долго идти буду. Опа, ЦК. Это тут есть настоящая? Ну была. Но она вот сюда ушла. По-моему, мы с котлом сгуляли. Вообще да. Да. Просто хотя пар. Он живет. Да нет, ну пиздец. Блин, меня туда хотел притягивать. Оставь его. Да нет, меня тоже пиздец. Они выбрали меня. Отстаньте от меня. Потный Вова свирепствует. Ты что, драться пошли, что ли? Да. Я же сгорю. Я сейчас так охренел, когда оказался в драке. А профет не интересует никого? Ты чё, петух, ты на кого пошёл, крыса сраная? Годлайк стрелок, чё ты вообще? Блять, котёл вон живёт. Котёл живёт? Котёл Траблейд туда притащил, потому что... А котёл молодец, он сам себя забывает, короче. Причём там инвокер просто охренел. Он, короче, бежит туда. Тут хоп, появляется Траблейд, и сразу три иллюзии его, короче, рождаются. Ну, норм, чё. Он думал, у него нет русских в команде. Remember, no Russian. Котёл, походу, тоже русский. Потому что сенс пишется не так. Синс это типа чувство, что ли? Вообще да. Ну да. Он через ай, да, пишется же? Нет, он сэс пишется, а не через си. Мне нужна Егис. Ёб твою мать, у них кто-то варды, что ли, стоит. Нага поёт? Ух ты. Блять, походу я ударился. Она пела, что ли, только что? Да. Да она думала, что там это, я нахожусь, вы чё? Ну да. Вообще-то она, по-моему, на Николая шла. Не, она меня увидела в этом. Пацаны, вы слышали меня? Пошли тирошан заберем. Не, не хочу. Рож плохой. Вот нага. А, нет, иллюзия. Короче, у меня не будет нага за тобой, слота под телепорт. Не, она на боте. Пока что. Если потому вот что телепорт. Я доминатор беру. Слушайте, вот мне Егис нужен еще. Если я покупаю телепорт, у меня сейчас КД на телепорт. А если я телепорт отдам типа кому-нибудь, то у меня не будет, да, КД? У меня не будет КД к того, кому ты его отдашь. Котел там снова чудеса мансов проявляет, но в этот раз что-то не подфартил. Пошли Рошан заберем. Ты, короче, на шухере будешь стоять. Вот так еще мид надо крепочков забрать. Нужно это. Может, эту бабу заберем? Сейчас, погоди. Да не, просто забирать со мной бабу, для этого мне нужно в форму юзать. Я лучше в 5 на 5 ее прожму. Надо разобрать Рошан спокойно. Да не, мы и так запилим руками, мне кажется. Кого? Бабу. Да не факт. Просто потом драться без этого. Если... Ну, блядь, нужен хекс, короче. Да, блин, пошли Рошан заберем, и нахрен хекс твой не нужен. Опа, Лина. Идет этого чувака заберем. Ну, он, конечно, нужен будет, но... Вась, ты тпшься, Вась. Ну, что же мне за тпшься? А Станчик? Станчик нет. Она на хосте, что ли? Нет. Да. У ЦК армлет барабаны. Да, зараза. Уже. Армлет и барабаны? Да. Вот это ничего себе. Нужен хекс. А где Вася подох?
На топе. Опа. Нага фармит. Тут все. Он инвокер, Николай. Интересует? Там лин, но я ее подхожу. Ну давай. Лин убитая. Вообще я боюсь. Потому что меня тут сейчас бреют просто. Да, потому что я там вообще... То есть, кстати, вот это ненавижу, я вот эту крысу доту дерьмовую, а? Да блин, в крысу доту сейчас сами будем играть. Красавчик. Пошлите. Я без маны. Ракеты нету. Заходим по этой линии все вместе. Я тоже. Спектры ульт будет. Через сколько? Через 34 секунды. Пошли. Тараска будет у этого. Блин, не надо никому ничего отпушивать, кроме спектры. У меня нету ничего, поэтому я лик вообще. Вы что, издеваетесь? Сейчас я прилечу, ну, нужен винга нужна, стан нужен. Манта будет у этого. А, блин, Котл, а ты ж всех сюда притащить, да можешь? Он не русский сироп, ты еще не понял. Котл, юз ульти. Винит Vengeful Spirit. Ой, пана запела. Это что такое? Ну, а меня они, интересно, не видели? Ну давай. Походу нет. Ну что, они сейчас пизды гонят. Давай. Ты разбираешься вообще, кого пиздить-то? Да их и без разницы, мне пофигу. Я всем всех наваляю. Короче, да? Успей, успей, Сандер! Да у меня есть этот еще. Там биты они, нет? Да, Лена вообще полутруп. Блять, я досты не прожал. Ну, у меня досты есть. Не прожал не вовремя. Не-не-не, ты зачем прожал? Там же видно, когда эти следы есть. Сандер это, коля, он очень близко юзается, и подойти надо еще туда. Единственный вот минус Терраблейда, это то, что, допустим, считай, если даже у тебя Егис или байбек, то, что ты когда появляешься, у тебя формы не будет. Ну да. Если тебя убили. Это вот его огромный минус. Поэтому нужен еще Феникс с Аганимом. Зачем? А, он может это, да, либо уже героя. Формы может рефрешить. Да. Еще не понял, что за фигня. Ну, Феникс теперь может в яйцо приглашать. С Аганимом. И будет два героя полностью обновленными обилками, кроме ультов. Серьезно, как рефрешер? Ну да. Прикольно. Ну только не рефреш ульты. Магов. Сейчас пойдем. Так, сатаник есть. Или на развороте дебаны найдем. Ну у меня формы нет, я не хочу драться пока что. Черт. О, я запрыгнул не туда. Отходим. Кого-то тащит спектру. Кто-то нам сносит бот. И топ. А ТПшки нет ни у кого. У меня слотов не было. Я предупреждал. Николай, нуль талисман. У меня сейчас хекс будет. Ну, ТПшки-то у тебя нету? Ну, я это не... Курьер у них в потайку летит. Сейчас посмотрим, что они покупают. Тарас покупает, скорее всего. Мы если так еще раз один сделаем, то они нам снесут две линии просто. Вообще, да. Надо по топу теперь идти. Надо идти тоном сносить, на самом деле. Ну, если... они... Ну, они так, Венжес Фулс. Ну, мы сейчас из-за того, что не в пятером дрались, я считаю, Егис просрал и форму в первой драке. Можно было вообще сейчас заканчивать, на самом деле. Короче, надо заканчивать, потому что если купит манту в этот ублюдок, это будет тяжко. Ну, в принципе, сейчас со всеми их иллюзиями разобрался секунд за 4-5. Самый о, привет. Настоящая. Ну да, ну ничего ты не сделаешь, к сожалению. Вообще. Да. Пойдем по меду просто и все. Ну я ее на ульт развел.